4 июня 1896 года испытание первого автомобиля, построенного Фордом, было задержано на час, так как оказалось, что автомобиль шире, чем двери цеха, в котором его и создавали. Об этом мне поведала Википедия. А о чем сегодня толкуют алтайские интернеты? Сейчас узнаем, ведь это иные новости. А в Барнауле тем временем может появиться озеро Жириновского. Барнаульские либерал-демократы очистили берег безымянного озерца на пересечении Попова и Гущина и теперь предлагают назвать его в честь своего лидера. На что предприимчивые комментаторы Банкфакса сходу предложили произвести ребрендинг всех городских рек и озер, лишь бы представители партий любых их за это почистили. Приятно сообщить, что портреты ведущих наших новостей Наташи Николенковой и Михаила Гундарина можно будет увидеть на фотовыставке Владимира Савченко «Алтайские писатели. Фотосинтез творческой личности». Выставка откроется 18 июня и в течение месяца будет экспонироваться в выставочном зале «Гмилика», после чего писатели едут в тур по городам и селам, то есть будут экспонироваться на других площадках края. В контактовской группе Urban History видим архивное видео 1952 года под названием «На стройках Барнаула». Черт возьми, как грандиозно, какие красивые и чистые лица. В общем, очень приятное видео. На этой жутко атмосферной и всепримиряющей ноте простимся, чтобы встретиться уже завтра за поиском иных новостей.